Привет, друзья! Значит, купил комплект газовую пушку, газовый баллон, вот такой на 27 литров. Вот. К газовой пушке идет вот такой шланг. Ну и прежде чем покупать, я промониторил, говорят, что он плохой, дубеет, плохой штуцер и т.д. В общем, сделал новый шланг себе, купил новый штуцер вот такой для пропана с манометром. Вот, сразу где покупал, сделал вот этот шланг, мне соединение здесь все сделали. В общем, сейчас проверил уже это, мыльной пеной ничего не пузырится, в общем, все нормально, все работает. Итак, у пушки, это газовая пушка Балу BHG-20, короче, двадцатка, Балу двадцатка. В общем, пушка выглядит вот так. Видно, вентилятор стоит, там все, пьезозажигалка, т.д. и т.п. Вот, расскажу сразу у пушки быстренько. Значит, управление прибором. Первое, это пьезозажигалка, зажигатель. Второе, выключатель, включатель вентилятора. Третье идет кран регулировочный, подача газа. Побольше, поменьше можно. Вот. Ну, работает, в общем, в принципе. Дальше идет клапан газовый, который требуется при запуске подачи газа сначала. Ну и самое здесь штуцер для шланга. Шланг уже вот он здесь подсоединен у меня. Вот. Все готово. Шланг я покупал кислородный. Вот, диаметр шестерка, взял 5 метров длиной. Так, параметры, значит, пушки такие. Максимальная тепловая мощность киловатт 17, номинальная потребляемая мощность ватт 32, номинальный ток ампер 0,25, давление газ-бар на МПА, не знаю, что это, 1,5/0,15. Расход топлива килограмм на час 1,3-1,45. Напряжение питания в вольтах 230 плюс-минус 50, да, там что-то такое. Производительность по воздуху метр кубический в час 270. Объем отапливаемого помещения 400 квадратов. Вот. Топливо пропан, пропан-бутан и бутан подходит для этой пушки. Ой, диаметр форсунки 1,0,85. Степень защиты IP10. Класс электрозащиты первый класс. В общем, думаю, достаточно этих параметров. Но габарит размера 190 на 290 445. А значит так, купил еще вот такой градусник. Здесь он и температуру показывает, и влажность. Ну, вчера вот включал на час, на два. Сейчас влажность опять повышенная. Вчера за час, за два довел до комфортной, ну, до 60, скажем так, процентов. Вот, температура сейчас здесь показывает на градуснике. 0 градусов, может быть, плюс 1. Вот, вчера за 10 минут поднял до 22 градусов. В общем, сейчас еще раз включу, покажу вам, как включается печка. Значит, так, открываем вентиль. Здесь все отрегулировано. Дальше переходим к пушке. Вначале включаем вентилятор. Так, вот он заработал. Дальше убавляем мощность подачи. И нажимаем на газовый клапан и одновременно нажимаем на пьезозажигатель, зажигалку. Клапан держим, если пушка зажгется, в течение 30 секунд. Так, вот подача пошла. Все, загорелось с первого раза. Слышно. Покажу.
клапан пока держится. Держим для того, чтобы он разогрелся и не блокировал подачу газа. Ну так 30 секунд, как написано в паспорте, плюс-минус, конечно. Вот. В общем, думаю, этого достаточно. Пускай все, пушка работает. Так вот это все выглядит. Хочу близко подносить, потому что очень большой жар. Так, сейчас вот так оставлю. Включу помощнее. Вот это уже заработало на полную мощность. Подождем сейчас 10 минут. Ну и посмотрим, как будет температура. Такие у меня есть щучьи головы от трофейных щук. Оцерели здесь совсем в гараже. Вот сейчас поставил, пока занимаюсь пушкой, подсушу их чуть-чуть. Мне это, может быть, надо будет их полачить, что ли. Оцеревают, короче говоря. Такие пластики. Поставил здесь вот такой электровентилятор, соточку. В общем, он у меня качает воздух. Вот. Здесь у меня все было запотело, висели капли. Теперь с помощью этой пушки вчера топил, и сегодня уже вот более-менее просыхает. И буду доделывать потолок, вот это все безобразие убирать. Сейчас работаю, влажность опустилась до комфортной. Вот. В общем, после 2,5 часов работы влажность уменьшилась с 90 до 60, 50 с чем-то процентов. При минимальной работе пушки можно поддерживать температуру 20 градусов. На улице, правда, сейчас, по-моему, 0 градусов. Так. Ну и покажу включение пушки. Пушка выключается очень просто путем перекрывания вентиля на баллоне. Все, газ перестал идти, но вентилятор оставляем во включенном виде, чтобы он немного остудил всю пушку. Вот, несколько секунд, скажем так, маленько продул, остудил. Вот. Так что вот, ребят, канал «Рыбачу в Подмосковье» в зимнее время, съемки в гараже, обзор пушки Балу BHG 20, мощностью 17 кВт. Все, выключаем вентилятор. Пока пишите, звонить не надо, оставляйте комментарии, спрашивайте, подписывайтесь на канал, жду вас, пока.